Ирина Основина, российская актриса театра и кино. Все ее роли колоритны, и даже ее эпизодическое появление в ленте добавляет картине изюминку. В молодость исполнительница сотрудничала с такими знаменитыми режиссерами, как Алексей Герман-старший, Владимир Бортко, Станислав Говорухин. Но всероссийская известность настигла ее только с возрастом. После появления в популярном медицинском телепроекте «Склифосовские» 56-летняя актриса в недавнем интервью поделилась подробностями своей насыщенной личной жизни и ошибках, совершенных в молодости. Актриса рассказывала, что в тот период первое рождение ребенка останавливало бытовая неустроенность и отсутствие постоянной работы. В тот момент я, видимо, была лишена материнского инстинкта, да и некуда ребенка было приводить, призналась актриса. Звезду сериала «Склифосовский» в те годы уговаривали не делать ошибок, но Основина стояла на своем. Об этих ошибках она сожалеет по сей день. Актриса признавалась, что в молодости вела бурную личную жизнь. Потенциальных отцов я помню только в лицо, а больше ничего о них не знаю. Спустя время прошлая история повторилась. Во второй раз женщина узнала, что беременна после случайной связи на вечеринке с рокерами, но вновь не решилась сохранить ребенка. Так Ирина дважды избавлялась от нежелательной беременности, и последняя стала для нее роковой. Уже будучи замужем за коллегой Сергеем Кудрявцевым, планируя ребенка, врачи сообщили женщине, что она никогда больше не станет матерью. «Я хотела детей, но, видимо, не судьба. Сама виновата», – рассказала Основина. В феврале 2021 года в эфире программы «Привет, Андрей» Ирина обмолвилась о том, что потеряла супруга в 2017 году. Со своим избранником она прожила не один год. Познакомились молодые люди после того, как Сергей вернулся из мест лишения свободы. Благодаря стараниям жены Кудрявцев начал актерскую карьеру с нуля. Из проектов, в которых участвовал Сергей, выделяется мюзикл «Норд-Ост». Кроме того, артист выходил на сцену «Александринки». Но пережитые волнения не прошли бесследно для его здоровья. Умер муж Ирины от онкологии. В интервью исполнительница вспоминала, что тяжело переживала уход спутника жизни и заедала стресс сладостями. Сейчас актриса живет в Санкт-Петербурге, в Москве, где проходят съемки телесериала. Основина бывает дважды в неделю с журналистами. Исполнительница поделилась новостями из личной жизни. Она вновь влюблена, и это чувство придает ей силы двигаться дальше. Актриса активно пользуется аккаунтом в социальной сети Facebook. Здесь она выкладывает снимки со съемок, личные фото. В Инстаграме кадры с Основиной появляются на фан-страничках сериала «Склифосовский». А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.